мякать будешь, да? Что вы все мякаете, я никак не могу понять. Привет, мои хорошие. Вчера в прямом эфире как бы я это самое объяснила, что я буду дарить денежки 100 рублей на телефон трем участникам. Ну, кто выиграет? Ну, сегодня вот получила такой вопрос, зачем я это делаю? Для развития канала? Да ну, знаете, нет, в принципе, могу этого и не делать. Но мне хочется сделать для своих подписчиков что-нибудь приятное. Почему благотворительностью, значит, можно заниматься? Все равно я иногда денежку то в церковь отнесу, то кому-то отправлю. Понемножку. Я много не могу, но сколько, как говорится, могу, там 100 рублей, 50 рублей, да. Когда есть какая возможность, как бы занимаешься же все равно благотворительностью, даешь людям какое-то, потому что ну, тебе это со временем все это возвращается. А то, что на телефон денежку, я сказала, буду ложить, ну, мне это просто было приятно сделать для своих подписчиков, для своих друзей. Не знаю. Я давно, знаете, уже давным-давно об этом думала, но у меня как бы не получалось, не было возможности. Я сначала думала какой-нибудь просто подарок собрать, посылочку отправить, да, что-нибудь, какой-нибудь, ну, сувенир, приятное что-нибудь такое. Ну, кто его знает, понравится человеку, не понравится человеку, во-первых. Во-вторых, пересылка очень дорого. Очень дорого. Это выйдет, знаете, возьмешь, может быть, сувенирчик на 100 рублей и еще 300 рублей отдашь за пересылку. Стоит оно этого? Нет. Ну, я решила таким образом как бы немножко это. Это же не всегда, не каждый день и не каждый месяц. Время от времени, вот, может быть, какие-то сюрпризики такие вот придет мне в голову. Я просто хочу как бы сделать приятное для людей. Вот и всего лишь навсего. Ну, не то, что там как бы этим привлекать и развивать канал. Этим не разовьешь канал. Вот. Если бы я там покупала рекламу, может быть, еще что-то сдвинулось. Но реклама, знаете, сейчас меньше 3000. Делать нечего. 3000 надо заплатить за месяц, чтобы тебя прорекламировали. Раза два, там три. И то, кто увидит, кто не увидит. И 3000 просто так, знаете, у меня их тоже, как говорится, лишних нету. А это небольшая сумма, она мне, в принципе, не составит особого труда и тяжести. Но и мне хочется так, просто хочется сделать приятное. Так что, ну, не судите. Как есть, так есть. Я от души это все, как говорится, для людей, для вас, для своих друзей делаю. За столько времени, как я открыла этот канал, я первый раз так решила поступить. Поэтому ваше дело, ваше, значит, хотите, пишите так, как я сказала. Не хотите, не пишите, не смотрите. Ну, знаете, у каждого свои, конечно, мысли, свои догадки. Ну, этим канал, конечно, знаете, для развития. Да нет, это не разовьешь. Просто, да, хочется, приятно. Если мои близкие друзья, вот как раньше, я всегда делала для друзей как бы сюрпризы какие-то иногда, по мере возможности. Любила что-то приготовить там, пригласить друзей. Любила всегда все лучшее на стол поставить. Любила вот это. Ну, сейчас какая есть возможность, такая она у меня есть. Нравится кому, не нравится, ваше дело судить. Я не обижаюсь, судить вы можете каждый раз по-своему, по-разному. Ну, мне вот так захотелось просто сделать такой маленький, как говорится, сюрприз небольшой, сделать подарок вам. Вы же ходите, все равно же заходите на мой канал, смотрите, кто-то пишет комментарии. Мне ведь это приятно, правильно? Очень приятно, когда пишут, уделяют какую-то минуточку времени своего для меня, чтобы меня посмотреть, чтобы написать комментарий.
Вот таким образом я как бы это благодарность. Ну, в общем, вот так.